проводим опрос среди болельщиков «Спартака», да, возможное назначение Курбан-Бердыева. Еще непонятно, да, то есть назначит или нет, поэтому вопрос острый. Что вы думаете, повлияло ли поражение «Спартака», был ли это слив и принесет ли нам плоды, если тренером станет Курбан-Бердыев? Вопросы, они предполагают ответы, отвечать все равно что-то надо. Я не ждал, как другие, возможно, ждали скорейшей бы отставки Олейничева, потому что на хороших приятельских отношениях Тарас, и, во-вторых, я не вижу, чтобы Дима испортил в том «Спартаке», которым он принял. Мне кажется, наоборот, он старался. Слушай, ну сегодня было такое спонтанное решение оставить команду без поддержки. Это было решение за то, как команда себя повела в последнем матче Еврокубковом, да, который стал для нас, по сути, первым и последним раундом. Смотрел на его Ростов. Знаешь, вот, вот на Фратре, на официальной странице, вот на эмоциях я выложил сообщение. Продам абонемент, потому что на этом позоре я смотреть не хочу. Я не хочу смотреть, как «Спартак» будет в 11 человек обороняться у своих ворот. Это не «Спартак» уже. Как бы «Спартак», конечно, всегда в моем сердце, но, к сожалению, вот сейчас такие обстоятельства складываются, что я, ну, я абсолютно против кандидатуры, и «Спартак» не должен играть эту оборону. Ну, я не могу сейчас однозначно уверенно сказать, что отставка Оленичева подойдет как плюс команде, но то, что команде нужна встряска, и Бердыев тот человек, который способен на сегодняшний день навести в команде дисциплину, разобраться с игроками и людьми, которые получают огромные деньги и просто выходят на поле спустя рукава, это однозначно уверенно могу об этом сказать, что безоговорочно он нужен команде. И Слили тренера, должны быть доработать сезон, показать все, на что способен Оленичев. В принципе, уже были задатки показаны, но, к сожалению, руководство не поддержало никого. Что Бердыева, мне лично его манера игры не нравится. Я лично был за Оленичева всегда, придерживаю атакующей игры. Я думаю, что основная масса, так сказать, это встретила негативно. То есть зачем нам такой никакущий, скажем, утопный защитный футбол Рубина, который пропагандировал Бердыев. Конечно же, хотели своего Оленичева. Слушай, ну я думаю, что плюс, потому что я считаю, что он сейчас один из самых сильнейших тренеров в нашей стране. Этот вылет из Еврокубков очень сильно ударил именно по многим болельщикам, потому что, по сути, третья наша попытка сыграть в Лиге Европы в групповом этапе, и вновь она проваливает. У меня много вопросов, в первую очередь, к президенту и в том числе к игрокам, потому что тренеры, которые уходят из нашего клуба, достигают хороших результатов с другими командами. Наверное, уже об этом стоит задуматься. Бердыев, он тот тренер, который действительно дает результат. Насколько он нужен, подходит «Спартаку» – большой вопрос. Да? Если уже абстрагироваться, да, понимаешь, он 15 лет, ну, ждем чего-то, и прям ждать опять там про тот историю про спартаковский футбол. Бред, да. Это, ну, нужен результат. Ну, так трудно, конечно, какое мы займем место, но я так думаю, что мы просто обязаны находиться в тройке призеров, это 100%. Что будет дальше, я не знаю, но по-хорошему, конечно, команде нужно еще выходить и доказывать многое, потому что я лично считаю, гол, забитый крыльем, он не стоит поражения от АЭКа и вылета из Еврокубка. На мой взгляд, претензии большие к игрокам. Я об этом везде говорил, говорю и буду говорить. Я говорю, с Оленичевым должны сейчас все уйти, потому что, в принципе, то, что творилось на Лиге Европы, я не вижу в этом большой беды Оленичева или вины. Народ хотел забегания, стеночки, красивые голы. Но все увидели, прошло больше сезона, что из этого получилось. Вот. Поэтому, на мой взгляд, очень любопытно было бы сейчас посмотреть на Бердыева. Тем более, если он придет там со своей свитой, со своей командой. То есть, мне кажется, так. Насчет Бердыева. Это полное несовпадение менталитетов. Наши спартаковские. Это мое мнение, потому что мы сторонники острого, яркого футбола. Футбола кружевного, на котором, в общем-то, любовь-то и жизнится Спартаку. А взамен этого получить сухой, рационально расчетливый футбол. Сами увидите, как вам это будет. Но тяготит. Поэтому я не знаю, брат, что нас ждет. Могу сказать только одно. Круто везет Спартаку с болельщиками.
очень надеюсь, что игроки задумаются над тем, каково это вообще оставаться без поддержки. Я очень надеюсь, что они запомнили сегодняшний матч, да, и поймут, что нужно все-таки быть уверенным. Спартаковцам нужно быть, а не казаться, самое главное. То есть, одевая майку с ромбом, ты должен выходить и умирать на поле. Не в прямом смысле, а выходить, биться до конца. Очень надеюсь, что до игроков дошло сегодня, что мы очень сильно недовольны.